прихожу сюда уже не первый раз и продолжаю искать. Хоть земля уже просто камень, уже все промерзло, но надежда, она умирает последней. Хотя я пока еще не нашел то самое золото, которое я искал. Но я уверен, что я его найду, потому что надо, тут что-то должно быть. Очень старинное место, очень культовое. Тут столько людей было. Тут и жена Толстого прогуливалась. И графиня Глебова тут где-то сохранила свои сокровища. В общем, место такое нереальное. Надо найти. Так что я продолжаю. Погибают старинные фундаменты здания, которые засираются мусором. Вот, то есть я на месте сейчас прямо здания, я по GPS смотрел точно. Вот, например, станина может быть от ворот. Здоровая, чугунная, литая. То есть вещь, конечно, не новая, так скажем. Также вот кирпичная кладка. Заметно, что как бы фундамент здания, потому что она тут везде. Но вот там поприще, костер, блин, сидят, бухают. То есть вот везде, где кирпичи, вот я как раз сейчас хожу ровно по фундаменту здания. Но что интересно, это здание, оно было не просто небольшой избенкой в парке. Это что-то очень массивное, огромное, наверное, метров где-то 130. Я даже не знаю, как это тут помещалось. В общем, огромное здание. И вот на всей вот этой вот территории в форме буквы П. Не знаю, что это такое может быть. Вот, как видите, я прибор не достаю, потому что это противозаконно. В парке я, к сожалению, не могу копать. И это будет реально уже делом подсудным. Так что я просто хожу, разглядываю достопримечательности. Ни в коем случае не наступать. Понятно, провалюсь. Провалишься по голову. Да. Все. Ты наш герой, спас собачку. Пойдем, Татицка. Тут я нахожусь, Вылетела вот такая машинка маленькая. Ну вот. Причем такая машина будущего. Судя по обтекаемости, формам. Вот. И забавно, как советские дети представляли себе машины будущего. Она, конечно, поломанная вся. Но крыша такая странная. В общем, гляну, домой приду, почищу. Скажу, что это такое. Но даже если это не машинка, то все равно надо забрать.
штуку. Я так понимаю, что это что-то типа спичечницы. Может, для крючков. Может, это же как? В общем, не знаю. Иду домой, почищу и покажу. Не знаю, что это за штука такая. Цветочки какие-то. Да, может, зажигалка, скорее зажигалка. Вот. Это, видимо, надо мной судьба издевается. Но я в этом сезоне нашел не одну каску. Но вот, сегодня каску нашел. Ну, конечно, немецкая, но все равно приятно. Вот так вот. В общем, забыл в тот раз снять насчет находок. Поднял тут недалеко, как раз вот там в яме в одной, поднял 10 копеек 30-го года серебром. Я их уже почистил и брал упаковочку эту прекрасную. В общем, монета в офигительном качестве, но нашел ее какой-то мега испачканный. Вообще думал, что это какой-то кокарик, но в итоге серебряха. И у меня еще 2 копейки 80-го года, но убитые адски, так что это даже вообще бесполезно смотреть. Итак, ну на этом, наверное, все. Больше уже нечего показать. Насчет съемок хотел бы внести свою лепту, то что делалось это все не за один день, не за два, не за выходные, а за целый месяц. Поэтому не удивляйтесь, что на одних кадрах лежит снег, на других трава растет, и на третьих там листва падает. Этому не надо удивляться. Также из-за того, что камеру не всегда брал, и не всегда были батарейки, садилась камера и прочие обстоятельства разные были, я не снимал также другие находки, которые не попали, к сожалению, в видео. И я бы их с удовольствием показал бы, хотя бы один, хотя бы сейчас. Это табличка для печати, сделанная из чугуна, для агитационных листовок. Это приблизительно гражданская война, предположительно. Также 15 копеек 1923 года, серебро белонной пробы. И такая дурацкая штука, это, как сказать правильно... Эмблема автомобиля ЗИС с руля. С руля. Ну. И, в общем, наверное, на этом все. Ну, помимо этого, еще были как бы дурацкие всякие находки, а-ля там огромное количество советских монет и российских современных, но это уже никому не интересно. В общем, подписывайтесь на мой канал. Смотрите меня. И я очень буду признателен, если вы в комментах отпишетесь, что вы об этом обо всем думаете. Пока!